Со школьной скамьи нам известно, что прототипом пушкинского Евгения Онегина и грибоедовского Чацкого являлся один и тот же человек. Но вот то, что жил этот человек совсем недалеко от нас, об этом знают немногие. Поэтому мы сегодня решили отправиться в его бывшее имение. Человек этот – Чаадаев. Вы только вдумайтесь, это какой же нужно быть яркой и неординарной личностью, чтобы так вдохновить двух великих поэтов. Родился Петр Яковлевич Чаадаев в Москве, но вскоре был привезен вместе со старшим братом в село Хрипуново, близ Ордатова, в родовое поместье. Однако через 3 года после смерти родителей сестра матери вновь забрала детей в Москву. А в наши дни в Хрипуново расположился Знаменский скит Дивеевского монастыря. А от усадьбы Чаадаевых остался лишь один единственный старинный дом, да восстановленный храм, 9 чаадаевских прудов и могилы самых родных ему людей. В юности Петр учился в Московском университете, дружил с тем же Грибоедовым, будущими декабристами Тургеневым и Якушкиным. Участвовал в Бородинском сражении, награжден орденом Святой Анны. Позже он был переведен в гусарский лейб-гвардии полк, расквартированный в Царском селе. И вот отсюда поподробнее. Именно там Пушкин впервые встретился с Корнетом Чаадаевым в гостях у другого нашего земляка Карамзина. 17-летний лицеист Пушкин с восторгом слушал красноречивого гвардейца, который к своим 22 годам уже имел богатую биографию. Вскоре Петр стал любимым другом и учителем юного поэта. Пушкин называл его грациозным гением и нашим Дантом. И тут уже все, абсолютно все признавали, что Чаадаев имел огромное влияние на поэта. Их тесная дружба продолжалась вплоть до гибели Пушкина. Александр Сергеевич написал 3 стихотворных послания своему другу и так охарактеризовал его личность. «Он вышний волею небес, рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут, а в Афнах переклес, а здесь он офицер гусарской». И хотя Пушкина окружали многие блистательные личности, в его жизни и творчестве все же особое место занимали Чаадаев и Жуковский. По воспоминаниям современников, Петр Чаадаев заставил Пушкина мыслить, или, как писал Анненков, поворотил на мысль. Неудивительно, что Чаадаев был не только одним из самых ярких явлений в русском обществе тех лет, но и самым загадочным. Он стал известен за границей. Знаменитый немецкий философ Шеллинг считал его самым умным из известных ему умов. Стихотворение к Чаадаеву, написанное Пушкиным, до сих пор в школе учат наизусть. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». Как уже отмечалось, черты Петра Яковлевича Чаадаева воплотились в образе Онегина. В тексте романа есть даже на то прямое указание: «Второй Чаадаев мой Евгений». За ним всегда следовала слава лихого гусара и петербургского денди. Он всегда одевался по последней моде, а уже затем крамольного философа. Но его пресловутая загадочность, а возможно, непонимание обществом, привела к появлению множества слухов. В частности, к слуху о его сумасшествии. Ну, как тут не вспомнить сплетни о Чацком в фамусовском обществе. Но, скажем сразу, здесь кое-какие основания были. У Петра Яковлевича развелась странная хворь. Вот уж воистину горе от ума. Поговаривают, что когда однажды Пушкин посетил его во время очередного приступа, то написал по этому поводу строки: «Не дай мне Бог сойти с ума, нет, легче посох и с ума». Громкую славу западнику Чаадаеву принесла его историческая философская теория негативного патриотизма. Эта теория очень заинтересовала Пушкина, но при этом он специально подчеркнул: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой,
какой нам Бог ее дал. Но главное состоит не в этом, а в том, что Чаадаев задал Пушкину максимально высокий уровень осмысления русской идеи. Кстати, одно из произведений Чаадаева, «Письмо из Ордатова в Париж», к уездному городу отношения не имеет, а названо было так из соображений конспирации. Некоторые свои статьи он подписывал псевдонимом Мишель Хрипуновский. Между тем, Мишелем-то звали его родного брата Михаила, который после неудавшегося восстания декабристов поселился в Хрипуново, где и прожил безвыездно 32 года. А младшему брату здесь уже не суждено было появиться. К весне 1820 года знакомство Пушкина с Петром Чаадаевым и со столь опасными людьми, как Тургенев, Муравьев, Глинка, Рылеев, обернулись доносами, и на 2 года оба друга попадают в опалу. Оба покидают столицу, один на 11 лет, другой на всю жизнь. Тем не менее, несмотря на географическое расстояние, разделявшее их, они остаются духовно близки, и опорой им служат воспоминания о прежних встречах, о времени первого пушкинского послания к Чаадаеву. В апреле 1821 года, уже в Кишиневе, Пушкин, получив весточку от Чаадаева, написал о нем в своем дневнике. «Твоя дружба мне заменила счастье. Одного тебя может любить холодная душа моя». Через 10 лет уже Чаадаев, отправив Пушкину свои философские мысли, сетовал. «Это несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами. Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе, и что из этого последовало бы нечто полезное и для нас, и для других». А в следующем письме он советует другу. «Обратитесь с призывом к небу, оно откликнется». Пушкин внял этому совету. Не случайно в 1824 году поэт составляет третье, но менее известное послание. «Чаадаев, помнишь ли былое? Давно ль с восторгом молодым я мыслил имя роковое предать развалинам иным. Но в сердце бурями смиренном теперь и лень, и тишина. И в умилении вдохновенном на камне дружбы освященном пишу я наши имена». В итоге эпитафия себе и другу как бы пишется заново, отменяя прежнюю. Так Чаадаев напоследок вновь повлиял на мировоззрение великого поэта. Вот об этом лучшем друге Пушкина, отчасти забытом философе, мы и вспомнили, совершив на днях небольшое путешествие по родному Присоровью. Я держу в руках красивый буклет, посвященный Знаменскому скиту в селе Хрипуново. В нем о Петре Чаадаеве упоминается вскользь и лишь парой фраз. И все. Гораздо больше теплых слов посвящено его предкам, родителям и брату. Такое холодное отношение к нему объясняется тем, что, блуждая по Европе, Чаадаев отчасти изменил вере предков и объявил себя приверженцем ряда принципов католицизма. Правда, потом он и в нем разочаровался, а похоронен был все же по православному обряду. В общем, блуждал и заблудился. Но, тем не менее, давайте воздадим ему должное. Ведь он был той искрой, которая зажгла вдохновение двух гениев. Не было бы его, возможно, не было бы ни Чацкого, ни Онегина. А нам, людям 21 века, сложно понять, каким бы человеком и поэтом стал бы Пушкин, если бы не встретил на своем жизненном пути Петра Чаадаева, который и поворотил его на мысль.